Привет, дорогие друзья, я Fix Price, индустриальный 34, Санкт-Петербург. Сегодня я сделала вам обзор самых интересных и прикольных новинок в этом магазине. Давайте все рассматривать. Приятного просмотра. Большие красивые горшки кашпо из доломита, 249 рублей. Чудесный гель для душа известного бренда «Клубника Прованса». Содержит увлажняющие компоненты растительного происхождения. 250 миллилитров, цена 99 рублей. Шампунь для волос, питание, регенерация. Активные компоненты – кокос, макадамия, маракуйя. Подходят для сухих и тонких волос. Не содержат парабены, силиконы, минеральные масла. 149 рублей. Шампунь для окрашенных и поврежденных волос. Активные компоненты – банановая вода, экстракт авокадо и папайи. Не содержат также парабены, силиконы, минеральные масла. 149 рублей. Набор гелевых ручек. 3 штуки. Черный цвет. Рекомендовано для ЕГЭ, для экзаменов. Быстро сохнет. Комфортно письмо. Водостойкая формула. Цена 99 рублей. Посмотрите, какие интересные коробочки. И что вы думаете? Это листы для заметок. 500 штук в коробочке белых листочков 8 на 8 сантиметров. Очень удобно открывается. Вот такая есть перфорированная линия. И удобно очень хранить. А посмотрите, какие дизайны коробок. Вот это как будто молоко. Или вот такая. Мне понравилась вот эта бежевая коробочка. И цена вот такого чуда 99 рублей. Подставка для телефона. Угол наклона регулируется. Подставка компактная и удобная. Для регулировки угла наклона нажать на кнопки по бокам подставки. Благодаря складной конструкции подставка не займет много места в сумке или рюкзаке. Поэтому ее удобно брать с собой в поездку. Путешествие. Ценника пока не было. Вот этот органайзер для косметики и аксессуаров мне очень понравился. Он сделан из полистирола, а крышка сделана из бамбука. Купила себе парочку. Цена 149 рублей. Симпатичные салфетки кухонные 45 на 30 сантиметров. Состав поливинилхлорид, полиэстер. Салфеточки есть расцветки. Вот такие они все пестренькие. Сиреневые, темно-коричневые, бежевые, зеленые, черные. Цена 55 рублей. Качественные пузатые стаканчики. Люминарк. Низкий стакан 300 мл. Сделан из упрочненного стекла. Гусь хрустальный. 55 рублей. Стакан высокий, тоже люминарк, 350 миллилитров, тоже 55 рублей. Контейнер биоразлагаемый, изготовлен из пищевого нетоксичного полипропилена. Контейнер герметично закрывается крышкой с клипсами и силиконовой прокладкой. Объем 1,4 литра. Контейнеры эти устойчивы к нагреванию и перепадам температуры, воздействию бытовой химии, процессе мытья. Не имеет запаха. Цены пока не было. Пенница с ручками 600 мл, сделана из фаянса. Цена 77 рублей. Изящная белая вешалка на дверь, 5 крючков, 38 см. Окрашенный металл, 149 рублей. Поступили дезодоранты для обуви, защита и свежесть. Содержат ионы серебра, подходят для всех видов обуви. Есть мятный,
и ментоловый дезодорант эффективно устраняют неприятные запахи, снижают потоотделение, уничтожают микробы. Цена 55 рублей. Привезли корзины кружевные овальные, малые, изготовленные из полипропилена, Республика Татарстан. Крепкий пластик, симпатичные расцветки, бежевый, белый. Цена 77 рублей. Посмотрите, какие прикольные, милые бейсболки детские привезли. Они вот с такими рожками и с надписью. На возраст 4-8 лет. Застегивается сзади на липучку. Сшито неплохо. Состав 100% хлопка. Посмотрите, какие расцветки нежные. Голубые, розовые, салатовые, бежевые, оранжевые. Всевозможные. Просто прелесть. Цена 199 рублей. Привезли мужские бейсболки из 100% хлопка. Затягивается на ремешок, регулируется размер. На обхват головы 56-60 сантиметров. Светлые летние расцветки. Цена 199 рублей. Детские футболочки из 100% хлопка. На рост 104-128 сантиметров. Производство Узбекистан. А вот эти с единорожками футболочки стоят 149 рублей. И вот с пироженкой. Очень хорошо сшиты, аккуратно, нитки не торчат. Тоже производство Узбекистан. Вот такие вот есть расцветки. Розовые, желтенькие, серые. 100% хлопка, Узбекистан, 149 рублей. Салфетки универсальные в рулоне, 65 штук, 18 на 20 сантиметров. Подходят для любых поверхностей, легко отрываются по линии перфорации. Состав бамбук и полиэстер. Цена 199 рублей. Большой хозяйственный ящик с крышкой на 18 литров. Сделан из полипропилена, Республика Татарстан. Есть еще голубого цвета ящики. Цена 199 рублей. В этом магазине еще остались розовые пиалы Боул 380 мл с цветочками. Сделаны аккуратно. Сделаны из фаянса. 55 рублей. Джем ягодный, клубника, вишня, рикко. Из натуральных ягод. Не содержит красителей. И не содержит ГМО. 500 граммов. 55 рублей. Кремовый зефир классический. Не содержит консервантов. В баночке есть ложечка. Также не содержит жир. Подходит для украшения выпечки, десертов, кофе. Состав глюкозный сироп, сахарная вода, сухой яичный белок, ароматизатор. Я купила очень вкусно, мне понравилось. 55 рублей. Еще одна вкусная новинка. Трубочки хрустящие с какао. Со вкусом сгущенного молока. Сделаны без дрожжей и без обжарки в масле. 300 граммов, 55 рублей. Друзья, спасибо большое за внимание. Спасибо, что смотрите мои обзоры. До скорой встречи. Наслаждайтесь летом. И пока.